Около 10 минут назад на одном из российских сайтов появилась очень трагическая новость. Нам стало известно о том, что на съемочной площадке получила серьезную травму головы российская актриса Татьяна Арнцгольц. Сейчас Татьяна находится в одной из больниц города, где ей оказывают медицинскую помощь. Мы решили разобраться и узнать, что же с ним все-таки случилось на этой съемочной площадке. Оказывается, это произошел несчастный случай. Во время съемок Татьяна запуталась ногами об кабель от микрофона. Произошло падение. Она упала с высоты около 2 метров. При падении она сильно ударилась головой. Хорошо, что в тот момент присутствовали медики, которые оказали ей медицинскую помощь и все-таки вызвали скорую. На данный момент она находится в больнице. Информации пока больше никакой нету. Мы продолжаем наблюдать за этой трагедией. Мы хотим пожелать Татьяне, чтобы у нее все было хорошо. Не забудьте, друзья, подписаться на наш канал, ведь только на нашем канале выходят самые интересные и свежие новости российского шоу-бизнеса.